Всем доброе утро, друзья. Ну что, решительный день, решающий день. Сегодня топ-16. Я немного простыл, так что не обращайте внимания на голос. Решил прогуляться вдоль моря. Сейчас забираю Механов и едем на трассу. Вон народ уже купается, с ума сойти вообще. Мне в куртке холодно, он купается. Какое, говорит, у вас рабочее давление? Я говорю, 120 на 80. Меряет, говорит, 105 на 60, аж засмеялась. Я говорю, получается сильно забогойный, да? Она говорит, да, утро еще просто. Короче, реально первый раз такое. Пошел, попью кофеечку, проснусь и на тренинг. Увидимся сейчас складываться и отдыхать. Всех обнял.